Форвард Ницце Марио Балотелли прошелся по ПСЖ накануне очной встречи в 30-м туре чемпионата Франции. ПСЖ, как Генгам, это команда Лиги 1. Марсель и Лион тоже отличные команды. Я не делаю между ними различий, в этом сезоне я видел только одну игру, ПСЖ ответный матч против Реала они заслуженно проиграли, Реал был эффективней. Это позор, когда такие команды, как ПСЖ, вылетают столь рано. Деньги могут купить вам больших футболистов, но не команду. Станет ли ПСЖ чемпионом, мне нет дела, сказал Балотелли в интервью Телефут. Матч Ницца ПСЖ начнется в 15 часов МСК. Подписывайся на наш канал в Телеграм.